Привет-привет! С вами снова я, Има Карта Дня. Меня зовут Мустафина Ирина, я женский психолог и коуч, и я делаю людей счастливыми. Если тебе интересно, переходи, подписывайся обязательно в аккаунт, там много всего нужного для тебя, для твоей счастливой жизни. А мы продолжаем, и сегодняшний вопрос к Макартам будет такой. Что именно вам позволяет быть счастливыми в этой жизни и тем более в отношениях? Вытащим карту, посмотрим на нее внимательно. Что вы видите? Что из того, что нарисовано, сейчас говорит о вас и о вашей ситуации? Что позволяет вам быть счастливыми, наполненными, чувствовать радость каждый день, чувствовать каждый день момент бытия? И какой ресурс скрыт в этой карте именно для вас, чтобы ваша жизнь была неповторимым и уникальным шедевром?